Всем здрасте. Ой. Ну и все, что, пожалуй, все сказал. И до свидания. Че, просто так записываю, короче, вон Анют типа пиццы делает, как мы их называем. Я называю Недо, Нео пицца. Недо. Такой вариант. С оставшейся колбасы. Мясная. Прям ой-ой-ой. Мясная пицца. Конфетные можно делать еще пиццы. Я так там вообще уже салатиков наделал, ничего не снимал. Картошечку вам сварил, опачка. Желе сейчас будет делать. Я уже оливье сделал, то сделал, все нарезал, все, ну все, чики-пуки, че. Сижу сейчас потихонечку там, пивко там подсасываю, там туды-сюды, там все нормально, тут подглядывают, конфетки едят, все дела. Ну так вот. Единственное, она забыла сыр натереть. А? Сейчас натрет. Вот такая вот. Мини-пицца. Я бы, конечно, я ей предлагаю сальца сюда, но копченого сделать. Она говорит, разве так можно? Видать, у нее нельзя. Я не знаю. У меня можно. Сейчас натрет. Трет. Устала, говорит, бедолага, да? Говорит, не могу, говорит. Ребенок, говорит, мой беспокоит ее. Что-то там в пузе ковыряется, как пошится. Выйти хочет скоро. Вот наш пицца. Бюджетный вариант. Недо. Купи соленых огурцов. Я не люблю с огурцами, если честно сказать. Я его купил, там беспонтовые остались. Все. А вот будет чудо желатин. Фруктовый. Заливной какой-то там шлягер будет у нас. Вот так. Вот и все, сырочек готов, пиццы две готовы. Такие. Ничего сложного. Все. Можно есть. Так что с Новым годом вас, ребят. Еще разочек поздравляем. Счастья, радости желаем. Всего хорошего в этом году. Фейерверки сегодня взорву. Угу. Это рифма пошла. У нас вот все крепят. Крепят вон ППСники кого-то. Только что машина здесь стояла, хоп, уже здесь. По ходу дела крепят. Крепят людей. Так. Вон он в машине сидит. Ладно, смотрим. Пиццы вот такие. Все это разбежится, растечется. Быстренько понесла я на тесто, все нормально. Разбежится, расплывется. Я так чисто на камеру хоть потрещать. Не с кем кричать, что-то все такие унылые, знаете, все такие ходят вот так вот. Еле котятками перебирают. Я что-то веселый такой стал, вторая бутылочка пивка, развеселился, сейчас самогончик, коньячок у меня есть. Ширк. Видишь, Новый год второй у меня будет нормальный, веселый, качественный, и все. Ой, знали бы, из-за чего вы ее пью. Не дай бог вам такого счастья. Из-за чего? Смотрите дальше. Вот, из-за нее. Да-да, из-за нее. Почему из-за нее? Ой, ребят. Не поверите. Сплю плохо. Ладно. Прихватилось у нас это. Байда, короче, вот это вот. Сейчас Анюта высыпает эти, как они называются? Бананы высыпает. Вот это. Желе, будь здорово. Желе, короче, тут то все. Апельсиновое желе. Сейчас бананчики она вот так вот выложит. Все. Хаотично. Я ей говорил, что бананы на блендере надо было натереть вместе с апельсином, она меня не послушала. Так бы было вкуснее, бананы натереть. Было бы на блендере добавить бананчики, на блендере было бы добавить бананчики. Вот у нас виноградик есть.
такой. Вот такой виноградик у нас есть. Я его вот сюда вот, вот так вот высыпаю. Высыпаю, и меня заставляют перемешать это все. Это йогурт у нас, я так понимаю. Тут чуть-чуть желатина есть. Не чуть-чуть. Ну, не чуть-чуть. Короче, чтоб прихватилось. Они пищат, поэтому, видать, я так понимаю. Вот это все смесь йогурта и желатина. Вот так вот. Пиццу уже, да? У меня слюнки бегут. А вон, малые съели пиццу. Едят не могут. Вот так вот. Так что, ну так вот, едят, одна ест. Показал бы я вам, не могу сейчас показывать. Тут уже маты, не маты, как бы это уже не то будет. А так, все нормально. Все едят, все довольны. Все, смотрим, что получается в итоге у нас. Сейчас она все это зальет. Я думаю, ты это все быстро можешь делать, нет? Я тороплюсь, наверное. Я вообще-то аккуратно это все делаю. А мне на Новый год вот что, смотрите, подарили. Опыт, алкоголь всегда победит молодость и задор. Вот. Это что значит? Тут налита самогоночка. Перемешал, да? Налита самогоночка, запита пепси. Вкусняшка. У нас еще одна пицца. За свет, извините нас, в этом новом году так и не заработали новый свет. А то тут заливается все это. Вкусная байда будет. Я уверен. Все брызжет. Ну ничего, мы полы моем. Все, неси на балкон. Все, несу на балкон. Вот так вот. Даже камеру забрызгал. Пока не перемешалось, я понес это все на балкон. Потом увидите, что будет дальше. Все. Ты умеешь готовить? Нет. Еще наш соколик хочет сделать кляр, короче. Это надо было сразу кладать и делать. Ну, так высыпай. Здесь сметанка, короче. Два яичка. Хочет сделать кляр, короче. Ну, и мясо в кляре сделать еще. Хочется. Не знаю, куда на это наделали. Тортик мы вам показывали, нет, не помню. Я вам какой салатик сделал. А? Огонь. Вот этот салат очень вкусный. Вы все знаете. А Левушку сейчас вам покажу, какую я сделал. Какую я сделал Левушку. О, оливье. Такой никто не ел. Это... Ромкин оливье. Ромка может все что угодно. Да. Что у меня еще есть? А? Педали? Угу, да. Есть у меня такое. Что хочу сказать, новогодний влог вообще не снимали. Вот вообще не снимали. Я не снимал, настроение, как обычно, никакого, короче. Не новогоднего влога. Да и Нового года-то в принципе как таковое это. И не хотелось, это так, чисто сегодня, вот у Кирюхи день рождения, 14 лет, посмотришь, поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе всего хорошего, не унывай, в компьютерные игры не играй, всего хорошего, счастья, любви, побольше гуляй, побольше отпрашивайся, и все, бабы тебе надо найти, и все у тебя будет ништяк, я тебе говорю. Жизнь не заканчивается на интернете, но на телочку и все. Будет вот так вот, да. Сыну что-нибудь пожелаешь? Люблю тебя, сыночек. Да. Слушайся маму. Слушайся маму, да. Вот так вот. Ладно. Включимся. После кляра. Она уже налила масло, я все забываю. Хожу тут туда-сюда, короче, хожу. Налила уже масло вот сюда вот. Что это? Кастрюля? Полтора литровая, да? Это 2,5. 2,5. Это у нас баночки. Мы собираем. Вот это мяско будем жарить. Я его резал тогда.
Не помню, показывал, нет? А, не, не показывал. Я сказал, вот у него кляр уже готов. Такой жидкий. Жидкий кляр, но все равно кляр что. Сейчас она все сделает в кляре, там то все, пожарит миска, все выложит. А я вам все покажу, как вот. Вот так вот. Потому что не отчаивайтесь, ребят. Все будет хорошо. Ты можешь погуще сделать? Ну, вон у тебя растекаться будет, мне кажется, не? Я больше всего хочу вот картошечку, отвечаю. Вот она, да? Вареная картошечка, да? Я ее в маслице зеленушку вытянули, потому что она скислая, видать, или протухлая, не знаю. Анюта там сама распорядилась, короче, что сделать. Я вот больше картошечки вареной хочу. Вареная картошечка. Вот это мяско там пусть. На картошечку майонезика чуть-чуть. Так-то мне уже хватит есть, как бы я чуть-чуть что-то набираю. И у меня еще, кстати, плечо болит, короче, я не знаю. На правом боку спать не могу, только на левом сидеть не могу, короче. Вот я постоянно в движении сейчас, короче, заливаю, так сказать, в себя таблетки, чтобы спать нормально. Ну вот так вот. Ладно. Что делаешь, расскажешь нам? Еще муки добавила. Еще муки добавила. Вандер берешь? Послушала меня, ну потому что видит, что что там. Она готовить не умеет, а меня прислушиваться надо, потому что я-то мастер готовки. Я за час сделал два салата, нарезал ей все на пиццу, вообще все махом сделал. Она вообще все так медленно раскачивает, картошку начистил, отварил, короче. Молодец, Ромка молодец. Ладно, смотри, моя бусинка начинает жарить эти чудесные, как они, стейки. А, и масло-то еще не нагрело. А почему не нагрелось? Плохо. Да нет, как такие у вас куски? Мясо просто в кляре. Это. Просто мясо просто в кляре. Просто мясо просто в кляре. Да. Ничего сложного. Получается вкусно, сочное, вкусно, да? Да, получается вкусно. Если особенно кляр не рвется, оно вообще ништяк получается. Иногда кляр рвется, короче, мясо, оно поджаривается, но в масле. А так, ну, даже если и рвется, без разницы. Я вам говорю, соус, там, кетчуп или что, майонез, все это. Ага, он опять приехали. Что-то кого-то крепят и крепят сегодня они, по ходу дела. Кто-то, видимо, может гуляет, не понимает, что... Здесь у нас молодые, но музыку не слышно. Потому что у нас сосед, ой, сосед, говорю, весь подъезд такой, какие-то задроты, блин, прости господи. Ну, тут так-то много таких этих. Вот за мной приехали. О, поехали, посмотрим. Вон они. Один в курточке, в маске. Сам милиционер ни в курточке, ни в маске. А, они поменялись. Это мой сосед. Ну, где я раньше жил у мамки в подъезде. Это, короче, мой сосед. Они поменялись. Соседа, ну, со смены, видать, привезли. А этот сейчас поедет. Хотя сосед с папкой чего пошел? Нет, этот стоит. Нет, кого-то это. Это стоит. О, машина у них открывается чисто через окошко. Здорово. Шагов. Да-да, я такой, да? Да. Борода. О. Закипает. Красотища. Сейчас выглядит такая красотища. Короче, вот так вот. Ничего интересного нет. Так. Как ничего-то? Ну а что, что-то интересное есть? Тебе что, не интересно? Мне нет. Почему? Ну потому что. Почему? Ну потому что мне вот не интересно. Что вот это? Какие? Вы видите ее лицо? Разве интересно с таким лицом сидеть? Почему тебе мое лицо не нравится? Что я там видел?
Я готов петь и танцевать, только музыки нет. Там улица сейчас видит, они сейчас придут за тобой. Смотрите. Успеваю, успеваю, успеваю. Как будто какие-то куриные ножки. Крылышки, да? Да. Но они разобьются, блядь. Брык. Что-то вкусняшка получается. Убери руки. Все, огонь. Буквально я только выключил, она поднимает, короче, ну, поднимается со стула и начинает вытаскивать. Вообще махом. Ну просто. Главное не перелаживать и все. А так мы любители фастфуда, только домашнего. Мы можем 2,5 килограмма картошки. Вот сами представьте, 2,5 килограмма картошки. Магазин на сетку, да. Ну какая разница, просто 2,5 даже килограмма, даже если оно здоровое, вы вот порежьте ее на фри. Мы ее съедаем просто и все. Ну, за раз. Просто съедаем за раз фри. Сами делаем, когда. Мы, кстати, ни разу и не показывали, да? Ну да. Как мы фри делаем. Мы делаем фри. Вот такое же мясо делаем. Этот сыр. Ну, сыр тоже в кляре. Делаем. Съедаем, мы ни разу не показывали. Да, вообще много чего не показываем. Просто какую-то шляпу одну показываем, а самое основное это хороший. Ничего, в принципе, не показываем. Ничего, все нормально. Ладно, смотрите. Вон, Анюта, не перелаживай. Все, пошло. Второе. У нас немножко мяса. По итогу-то нормально получится? По итогу, да, получится нормально. А так, что? По 5 штук в рот закинуть, да и все. Ладно, смотрите, а то запизделся. Давайте. Тоже только включился, но вторая партия готова. Ну, что в таком духе? Короче, все пожарится. Я включусь и покажу, чтобы не было пустых слов, пустых расставаний, пустых всего. У нас вон люди с Бристоля ходят. Вон. Бристоль, если видно, он открыт еще. Я тоже там недавно был, взял по психологу, то есть все. Рыбок только что вот подсыпал им чуть-чуть еды, вон они у меня бедолаги хавают. Смотрите, как перевернули эту банку, она посередине стояла, мощные золотые вообще срут, то они срут, если посмотришь, золотые это такие за серии вообще просто талы, я не знаю, это... Жена моя будущая, или какая? Девушка. Да? Девушка моя, наверное. Я почему опять не в курсе? Вот так вот. Я думаю, что картошечку стоит вот в этом маслице, потом картошечку вот эту вот. Напополам ее разрезать. Надо было ее не доварить, картошку, и в этом же масле просто сделать. Она была бы бомба. Да, она и так будет бомба. В принципе. Ладно, короче, одна вода, давайте. Посмотрите, какой получился. Вон, болтается, если видно. Может, порежем? Ну, просто вкусняшка. Вот, пальчиком, давайте. Давай отрежем кусочек. Отталкивается. Сейчас отрежем кусочек и покажем. Вот. Был бы у нас дома нож, но даже ножей нету, если честно сказать. Короче, смотрите, сейчас отрежем и все нормально будет. Краешь, нарежу. Сейчас сюда. Оп, положит она сейчас. Сюда вот, давай. Вот такой. Все. Да это-то могла бы и оставить. Ну ладно, что уже выложу. А пополам порежь. Сейчас я вот это, вот она, желеечка. Апельсинка не совсем прикрутилась, конечно.
вкусно, но сахара не хватает. Чуть-чуть. Ну, послабше было бы. Но очень вкусно. Вот это мне вот. Нравится. Вот. Мне тоже нравится. Чуть-чуть сластинки не хватает. Не, я люблю так. Вот. Бомба. Ну да, сладкое тоже много. Есть вредный. Вот. Это берем. Ноги бабайги. Или чьи это ноги, я не знаю. Дурман сегодня. Дурман башка. Пожалей, когда... А они делали с этим, как он, с печеньем внизу, короче. Тоже вкусно, но вот это, что йогурт, слой йогурта, и это очень вкусно. Только я банан не почувствовал. Как-то так. Вот так очень вкусно делать. Можем отдельный рецепт. Рецепты сейчас запилить когда-нибудь. Кстати, пишите, что там, что приготовить, что это. Писали бы почаще, что приготовить там. Ну, может, и сварганили ваши блюда. Вот так вот. Давайте, ребятки. Мы уже почти все сделали. Я добил подарок. Подарок свой пьет. Сейчас открываю старейшину. Решил сделать себе еще раз подарок. Это мамке подарок. Бутылочка. Бутылочка. Конечку. Сегодня я, по ходу дела, буду пить. Воск, что ли? Да воск, что ли? Да он не хухры-мухры. Чупынь. Берем. Наливаю. Хочу. Я Иванов Роман Алексеевич. Держи ровно. Раба моя. Я, Иванов Роман Алексеевич, поздравляю вас с Новым годом, желаю вашим близким, вам всего хорошего, здоровья, удачи, чтобы жить побогаче. Для этого работайте. Ваше здоровье. С таким лицом аж пить тяжело, которое вот держит камеру, это такое лицо. Ваше здоровье, ребятки. Быстро сказала. С Новым годом. С новым счастьем. Ей пить нельзя, она у меня вот пепси пьет. Так как что-то это. У нее изжога сегодня. Купил кока-колу ей. Говорит, что помогает. От изжоги кока-колы я не верю. Помогает. Помогает. Вот видите. Она только пепси сейчас пьет. Кока-кола есть от изжоги. Сам смотрю Василька. Ну, включил. Василька смотрю, то все стримчанский у него идет. Валерка Зубов, тебе привет. Если увидишь именно этот момент, то напиши в комментариях, понял? Что увидел. Я увидел, и там можешь продолжить. Тебе привет. Тысячу лет, тысячу зим не видел тебя. Вот и все. Мы все приготовили. Да, Анна? Да. Анна у нас улыбается сквозь слезы. Ей больно. Софа не дает ей летать. Оливьешка. Картошка, мясо, фляри, пицца. Ну, такой салатик. Ну, все, что, в принципе, чего больше не готовили, он у меня, мое. А вот же еще приготовили этот, как он. Заливное, заливное.
непростое украшение. Сядем, похаваем, да, и все. Я, наверное, на Стремчатский полетел. По запою иду. Может, кто зайдет, не зайдет. Выпью за Новый год и все. Буквально время 20:04. Сейчас похаваем. Потом все. Полечу. Стрим запущу. Посижу чутка маленько и спать лягу. И все. Да? Уже было, знаешь, что сделать? Чего? Этот кетчу. Вот еще нам кетчу нас надо сделать. Видите, я смотрю, дадим мне кетчу. Вот еще. Мухаев. Кетчу. Вот и Нес. У нас еще тортик есть. Тортик видели? А, тортик видели, не видели. Я не помню. Сверху. Там стеклянный. Иди, ну. Блюдце не пойдет, но глубокий надо. Глубокий. Глубокий. Кетчу Нес сейчас сделаем. Как Кузя в универе. Ну, вот так вот. Найдет. Сидит. Кетчу Нес. Кетчук. Несик, верни. Беременные девки. Это такое сущность. Тихо. Беременные девки. Это такая сущность вообще просто. Неимоверная. А это что же? Кетчук пойдет сюда. Я вам свои тени все загораю. Ну все, короче, мы полетели хавать. Приятного аппетита, всего вам хорошего.